Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Loft и выживать на карте Рагнарёк. У нас с вами модификация, которая изменяет систему приручения животных. Если вы смотрели первый выпуск, то вы, наверное, все поняли. Если не смотрели, то очень рекомендую посмотреть. Ну что ж, а в этом выпуске мы с вами сразу отправимся за Дедекурусом. Как помните, в прошлом выпуске нам не удалось его найти, мы его не приручили, зато приручили с вами замечательных волков. Сразу 150 уровня двоих нашли, и я понял, почему. То есть я просто прочитал в модификации дополнительную информацию, я понял, почему у нас приручилась вот эта самочка 150-я. Она просто была в стае вместе с нашим волком. И когда ты приручаешь вожака стаи, то приручается вся стая сразу же. То есть исключительно нужно приручать как раз вожака. Таким образом ты приручишь всех. И одну секундочку, я хотел отправиться за Дедекурусом. Зачем? Нам же с вами нужно для начала скрестить самочку и самца, чтобы у нас получился с вами щеночек. Для этого я хотел построить буквально, тут я не знаю, миниатюрненький загончик. Быстренько их скрестить, пока мы там будем бегать за Дедекурусом, искать его, приручать. У нас самочка с вами к этому моменту как раз родит нам волчонка. Кстати, я даже не посмотрел статистики. Я настолько сильно обрадовался, что мы их приручили, что не посмотрел статистики. 2400 здоровья у самочки, 371 урон. Так, хорошо. А у самца я его прокачивал, не прокачивал, честно говоря, не помню. Может быть, здоровье чуть-чуть? Нет, вообще не трогал. 2300 здоровья, 405 урон. Это, в принципе, неплохо. Давайте ставим его тоже сюда, рядышком с ней. Включить блуждание, поведение, включить блуждание, отсюда выбраться. Итак, спаривание пошло, все хорошо. И знаете, в чем самая большая прелесть этой модификации? То, что она работает практически со всеми остальными модификациями на животных. То есть ее можно добавлять и к Additional Creatures, и Jurassic Park Expansion. Все те модификации, где система приручения не изменена, все будут работать с этой модификацией. Что-то я многовато положил. Это пошло сюда. Ну, также здесь у меня ультрастаки стоят, которые очень серьезно убивают весу всех вещей, чтобы нам с вами в соло было попроще здесь все собирать, строить, и не нужно было тратить на это часы. Беременность. А, здесь уже пошла беременность. Все. Можно поведение отключить блуждание. Мальчик. Давай-ка вот это выломаем. Паренек. Поведение отключить блуждание. Все. Самочка стоит здесь. Вынашивает ребятенка. А мы с вами поехали за Дедекурусом. Нам знаете, что нужно сделать? Дина Эйд выучить. И где-то подсобрать редких грибов. Я про это совершенно забыл. Редкие грибы. Я знаю, где они водятся. Секунду. Лошадка. Конник, привет. Дай, пожалуйста, Мэджик Берри, я знаю, у тебя есть. Благодарю. Редких грибов не завалялось? Нет, только цветы. Эх, досадно. Погнали в первую очередь за редкими грибами, потому что будем делать с вами хилки, чтобы у нас животные не умирали, чтобы животные жили как можно дольше. А так, глядишь, сейчас по пути, может быть, еще и Дедекуруса встретим. Черт, микрорапторы! Спасай! Спасай! Спасай, волчонок, спасай! Зараза! Я еще не успел подобрать имена, потому что записываю... Ну, спасай, пожалуйста! Спасай! Спасай! Спасай, я тебя прошу! Спасай! Ах ты, черт побери! Причем убийца мне... Убийца Сарказух! Я тебя понял? Блин, Викинг Бэй возродится! Справится, не справится, справится, не справится, не знаю. Я надеюсь, что справится. Ладно, хоть не так далеко зареспавнился от своей базы. Я надеюсь, что сейчас здесь никаких у нас мегалодонов нету. И все пройдет гладко. Ладно, погнали. Бог с ним. Надеюсь, что все будет хорошо. Главное доплыть. Ну-ка. Да нет, вроде... Только ихтиозаврики. Вроде все хорошо, да? Да, вроде все хорошо. Волчонок, скажи мне, пожалуйста, что ты всех размотал. Всех размотал. 166 урона. Нормуль, 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 нормуль. Ага. Иди нафиг. Просто иди нафиг. Лягуха, привет. Волчонок живой, здоровый, все хорошо, все путем. Волчоночек, привет. Ты всех размотал, да, мой хороший? Просто всех размотал. Это что такое здесь валяется? Я что-то даже не понял. А где тут сарказух? Микрорапторов нету? Ну-ка, секунду. Вот это что такое здесь? А, это как раз микрораптор, да? Так, лютовок, за мной одному. Секунду, за мной одному. Давай, будем вместе с тобой ездить. И все нафиг забираем отсюда. Хорошо, что он вот на этих болотах не водятся эти самые, как они. Титанобо. Здесь я не помню, чтобы они водились. Ну-ка, давай, собирайся, пожалуйста. Грибы, камон. Я знаю, что здесь водятся редкие грибы. Раз, редкий гриб. А если вот так? Да нет, мне кажется, топором лучше всего.
Еще один редкий гриб. Но нормально, все. Я думаю, этого нам хватит. Сколько? 20 редких грибов. Это у меня есть. Просто берем с вами и крафтим вот такие хилочки. 16 штук. Все, волчонок, со мной? Со мной. Погнали домой. А че это вы здесь забыли рядом с моим домом, а? Че рядом с моим домом забыли? Че рядом с моим домом забыли? Пошел нафиг. Волчонок, грызи, малыш, давай, сейчас позовоем. Сейчас помогу, не переживай. Есть минус? Ага, пошел нафиг, как же. Все будет путем. Хорош. Все путем, есть, отлично, всех загрызли. Сейчас нужно будет вам обязательно прокачать урон в ближнем бою. Погнали домой. Вовремя их чистил, вовремя вернулся. Это что там такое? Юный лютоволк, который за мной следует? Стоять всем. Друг мой, ты у меня... Черт, не успел чуть-чуть. Теперь ты у меня просто лютоволк, а не юный лютоволк, да? А, ну ладно, ничего страшного, 2300. То есть мы, получается, с этой самочкой не повысили с вами аффинити, то есть привязанность. Ничего страшного, погнали, с вами выведем еще одного, тем более эта самочка вполне может стать у нас мамой, потому что там-то, скорее всего, перерыв на скрещивание. А вот сейчас мы скрестим самца с этой самочкой. Так, кстати, также в этой модификации при приручении я прочитал, что если притаскивать мертвые тела вот этим животным, когда приручаешь, то сразу повышается с ними привязанность. Соответственно, сразу будут лучше показатели статистики, я так понимаю. Честно говоря, не знаю, это нужно будет проверять. Также в ней есть дротики, точнее, иглы, которые берут ДНК особи, и можно будет посмотреть, какие у нее статистики еще до приручения. Это тоже все очень круто. Давайте-ка сделаем спальный мешок, сделаем кровать, потому что... Ну и вообще скрафтим себе кровать, установим где-нибудь здесь, потому что она нам очень нужна. Когда умираешь, респавнится черти где, абсолютно не хочется. Последние 3 секундочки, секундочка. И появляется наш детеныш такой бело-оранжевый, прямо как... Кто? Прям как папка. Весь в папку. Принять? Ай, тя, хищная заразка такая. Мя-мя-мя-мя-мя. В разные стороны. Блин, какие они милые стали. Мне прям очень нравится, как переделали волков. Они настолько стали няшными, это просто ужас. Смотришь и радуешься на них. Надеюсь, это будет что-нибудь там типа приласкать или погулять, потому что никаких киблов нету. Хотя мясо должно быть. Мясо есть. Что там? Просит еду, корм. Корм, яйцо, карбонное мясо. Облом. Корма, яйца, карбонное мясо у нас с вами нету, так что придется растить нового. Ну что поделать, ничего страшного, такое бывает. Тогда я предлагаю просто брать нашего вожака и отправляться сейчас за ДД-курсом. Надеюсь, что мы с вами быстро сможем найти. А седло, секундочку. Инграм у нас просто с вами завались. ДД-курс, седло мы выучили. Нам нужно слитки металла, кожа, камень, волокно. У нас с вами все есть, давайте прям сразу сходу сделаем. Давай быстрее делайся, все хорошо. Погнали искать, надеюсь, что сейчас быстренько найдем, с этим никаких проблем не возникнет. Плюс немножечко покачаем нашего волка, немножечко погрызем всю живку, которая у нас есть в округе. Сейчас у нас с вами все будет зашибись, постараемся за этот выпуск как можно дальше вперед продвинуться, продолжаем качать урон. Урон сейчас самое главное, не надо там радоваться, потом порадуешься. Ууу, я там вижу какую красоту, а? Интересно, какого уровня эта красота? А я так посмотреть не могу, потому что у меня до сих пор нету... Эту красоту надо сгрызать. Пойдем поближе. Пойдем поближе. Я надеюсь, что красота не очень высокоуровневая. У меня есть хилки, так что с волком все будет хорошо. Ага, обломись. 140-я самочка. Черт тебя подери. Это хорошо на самом деле, но... Еще и карнотавр. У-ху-ху. Только этого мне здесь не хватало. Ладно, не, ничего страшного. Просто грызем. Мы себе потом найдем лучше. Мы потом себе найдем лучше по-любому. Ага, сейчас как же обломись. Он нас даже укусить не может, потому что мы застреваем где-то там у него под ногами. Он пытается крутиться, чтобы нас укусить. Да нет, он сейчас кусает, конечно, но не так, не сильно. Мы все равно гораздо-гораздо сильнее. Урон уже 203. Есть, отлично. Тираннозаврик, прощавай. Так, что у нас по коже? По коже у нас с тобой 195, маловато будет. Кстати, ты у меня еще немножечко прокачался. Вот тебе, держи 5000 здоровья. Все остальное продолжаем вкачивать в урон. Вот тебе хилочка. Первосортки мало, нужно будет зарубить бортозавриков, я не знаю, диплодоков и прочую нечисть. Я там вижу еще одного экуса, это хорошо. Щегозаврики, привет. Вы уж извините, но я вас съем. Мне нужна кожа, кожа в большом количестве. Очень много-много кожи нужно прямо резко-резко-резко. И первосорточка тоже не помешает. Кстати, как-то странно, мы очень мало первосортки собираем, не находите? Мне казалось, волки больше собирают первосортки, нет? Меня глючит? Возможно. Так, эквус. Какой уровень? Самка 145-я, неинтересно. Самка у нас с вами есть. Давайте самца искать. И это у нас какой? Самец 20-й, маленький.
Че это я кушать захотел вдруг? Ну-ка, где у меня картошка? Картошка. А вот это хорошо. А вот это хитин. Хитин, стой! Хитин, привет! Спасибо за хитин, двадцаточка. О, хорошо, вот и мухи согрелись. Замечательно. 36. 50. Вроде нормально, да? Итого получается у нас с вами хитина 88. Нам хватает наконец-то на седло, на птеранодончика. Просто идеально. Слушайте, прям сегодня очень хорошо пошло все. Лучше, чем в прошлый раз. Прокачивать носимый вес волку пока что не будем. Хотя вообще стоило бы. Но, честно говоря, это кощунство. Давайте лучше выведем какой-нибудь посильнее волка, и тогда ему уже прокачаем. Эквус и Детекурс. Отлично. Эквус, какой уровень? А, это та самая самочка, 145-я, Дедекрос, 130-й самец. Фу, классно. Ладно, вроде бронтозавр отошел в стороночку. Надеюсь, помеха не будет. Ну-ка, секунду. Дружок-пирожок, на, лопай. Ага, давай, кушай. Кушай. Отлично, 11% приручения. Просто шикарно. Сейчас немножечко подождем. Тут просто рядом и трицератопсик, и бронтозавр. Я, правда, не знаю, как бронтозавр приручается. Но, наверное, вот как-нибудь так же. Давай. Пожалуйста, ешь. Пожалуйста. Ну, смотри, сейчас страйк попытается... Да ну пошел нафиг, это не твое. 140-й самец. Да на, ладно, договорились. На, кушай. Да на, кушай. Бог с тобой, кушай, господи. Нам такое пригодится. Это может быть начало продолжительной дружбы. Или как-то так, типа того. На, трайк, лопай. Кстати, ты хочешь, чтобы тебя погладили, нет? Мне показалось, ладно. А может быть, ты хочешь, чтобы тебя погладили? Да, ты хочешь, чтобы тебя погладили. Замечательно. Так, трайкушка, лопай. Надо ему тоже туда кинуть. А то он что-то убежал слишком далеко. На, лови. Лопай. Покормить. Все хорошо. Здесь та же самая история. Но, в принципе, да, приласкать. Сейчас он сам там слопает что-нибудь. Эй, куда ты меня потащил, дружок? Куда ты меня нафиг потащил? Давай вон приманку кушай. Ага, ты только раз такой прибежал. Нет, моя приманка, я сожру. Никому ничего не дам. Ну же, матера. Ну, на, держи, я тебя вот сюда кину. Лопай. Лопай. Давай, лопай. Отлично, съел, можно приласкать. Здесь. Подождите пока. Во, можно позаботиться, отлично. Просто шикарно. 79%. Здесь. Чё там? Тоже хочешь кушать? На, кушай. Смотри, ты тоже побежал. Я тоже хочу, мне тоже дай. Вам две приманки, тебя погладим. А, зараза, не надо меня боговать, пожалуйста, я тебя прошу. Эй, вон приманки, чё не едим? Ну ладно, предположим. Не едим, значит не едим. Я сам подберу, мне пригодится. Все хорошо. Гладим. Ага, с руки покормили, все хорошо. Тебя приласкали. Ждем, когда у него будет написано care, то есть позаботиться о нем. Здесь уже 97%, просто идеально. Как мне нравится эта модификация. У нас с вами появляется 130-й, точнее 195-й Дедекрус, вот тебе седло. А здесь мы тебя еще немножечко покормим. Волчонок, где мой волчонок, а? Где мой волчонок? Волчонок, за мной, одному. Вот так вот как-нибудь. Да, отлично. Ща, трицератопсик. Да я тут, я вернулся, спокойно. И трицератопса тоже приручаем, все, отлично. У нас с вами прям бригада сегодня, а? На пассивку никого переводить не будем, все, потихонечку поехали домой. Потихонечку погнали. Ну все, наконец-то мы с вами добрались до дома. Прям реально наконец-то, потому что Дедекрус еще очень низкого уровня, и у него очень маленькая скорость передвижения. Это мое любимое занятие, портить, как все говорят, Дедекрусов и прокачивать им носимый вес и скорость передвижения. Я люблю именно так, потому что мне нравится, когда они быстрые, когда на них очень быстро перемещаешься, они много носят. А здоровье, мне кажется, ну что, 4500, да ему за глаза, просто, блин, куда еще дальше-то? Куда еще больше? Стоять всем. Так, и остался последний штрих. У меня сейчас Ихтиорнис украла эти самые, как его, приманочки из первосортки. Это очень досадно, на самом деле. Кстати, я хотел еще чуть-чуть прокачать стойкость. Это у меня все хорошо, выносливость замечательно. Давай стойкость продолжаем качать. Так вот, я хотел сделать седло на Птернадона. И помните, я говорил, что мы можем делать особенные седла. Вот это, если не ошибаюсь, нам нужно чуть-чуть побольше камня. Камни у нас просто жовались. Камни у нас навалом. Давай сейчас только часть уберем отсюда. Давайте посмотрим вообще, какие особенные седла мы с вами можем там скрафтить, как они будут выглядеть. Потому что я когда увидел картиночки, превьюшки, это действительно было просто шикарнейше. Мне так понравилось, так что я сразу захотел себе такую модификацию установить и посмотреть, как это будет на самом деле выглядеть. Во-первых, сам столик выглядит вот так. Ну,
очень красиво. Мне всегда нравится, как они делают столы. Мы можем сделать с вами Процера, Трайка, Прозорлофа, Птеранодона, Раптора и Аквуса. Ну-ка давай на Птеранодона, посмотрим, что нам здесь нужно. Слитки металла, хитин у нас есть, кожа у нас есть, волокно у нас есть. Так, кожа, сколько кожи-то? Кожи 230, ух, много. И еще раз, Птеранодончик, смотрим, какие седла мы можем сделать с вами. Стандартное седло. Дальше что? Halter. Это уздечка, если не ошибаюсь. Без понятия, зафиг. И это седло исследователя. Тоже не знаю, ну давайте седло исследователя сделаем. А уздечка зачем? Может быть, просто можно на спине сидеть и держаться за уздечку без самого седла. У нас здесь с вами есть птерчик, которого мы приручили в прошлом выпуске. Седлышко. Давай к тебе носимый вес, потому что у тебя с этим совсем беда. 196. Я думаю, что этого... Нет, маловато. Значит, сейчас придется что-то скидывать из кармана. Ага, я вижу уже, как выглядит. То есть, смотрите, у нас с вами сзади есть сидельные сумки, да? Видите? То есть, там какая-то, я не знаю, кожаный какой-то сверток, типа, может быть, я не знаю, подстилки. Но это вряд ли карта, да? И сидельная сумка есть на нем. Давай-ка включим вот так вот обзор, и я чуть поближе подкачу камеру. Вот, здесь сумочки. Здесь сумка, блин, классно сделали, молодцы. Там есть еще более интересное седло. Это так, ерунда на самом деле, просто ерунда. И если не ошибаюсь, давайте посмотрим, там какой-то эффект появился. Что на меня написано? Вещи внутри этого седла весят на 20% меньше. Вот такой вот баф появился у нашего птерчика. Я чуть-чуть поспешил. Кастероидис. Давайте-ка посмотрим, что нам нужно. Слитки металла 100, солома 180, цементная паста 140, кожа 290, волокно 200. Ихей. Цементная паста, да? Угу. Так что сначала нужно немножко тебя прокачать, друг мой. Полетели каких-нибудь додошек найдем, дилофазавриков. Сейчас мы тебя быстренько прокачаем, прям так, по дешечке, прям чуть-чуть, совсем капельку. Раскачаем тебе немножко носимый вес, и нам нужно натырить цементной пасты, тогда мы сможем сделать седло на Кастероидеса. И у нас с вами еще появится и бобер в этом выпуске. Ну и вопрос с цементной пастой мы сейчас с вами решим вот здесь вот. Надеюсь, что нам с вами повезет, мы буквально с парочки плотин наберем нужное количество цементной пасты, благо она весит очень мало. И мы сможем ее по-быренькому в большом количестве отсюда натырить. Только нужно подобрать плотину более-менее незащищенную. Ну-ка, может быть, здесь что-нибудь вкусное, а? Так, вот здесь у нас с вами двойная плотина. Не шибко защищена. Тебя, друг мой, вот так вот. Сами спрыгиваем. Фух, прям, сейчас прям все вот мухой-мухой нужно провернуть. Я не знаю, это... Нормально все? Ладно, погнали. Так, Эдзи... Ух ты, еж! Как вкусно ты здесь сразу, а? Все, отлично, полетели домой. Все, окей, вернулись домой, у нас все шикарно. Мы просто в шоколаде, потому что теперь можно сделать и на бобра. Секундочку, а на бобра у тебя здесь нету? Трайк, процер? Нет, досадно, но на бобра там седла нету, так что это пока что загружаем сюда. Седло, Кастероидес, Эквус, Галимим, Дедекурус, процер, Кастероидес. Не хватает волокна, с этим не беда. Это есть, крафтим, замечательно. Так, и мы снова с вами на месте. Бобер вижу внизу. Слушай, как прикольно, а? То есть теперь при помощи волка можно видеть кто где. Но это не бобры, не, бобры, вон, смотри сколько их. Обалдеть, просто огромное количество. Так, что будем делать? Как мне теперь вас из-под воды, господа, вытащить, а? А, вот еще бобры, ладно, нормально. В принципе, чего бы нет. 20-й, маленький. Ой! Микрораптор, твою ж бить. Да чтоб тебе... Атакуй цель. Ну так атакуй, не долетят. Грызи их. Грызи их, где-то... Грызи их, грызи их. Фух. 15 уровня, зараза. Фух, вот такого я не ожидал подвоха. А чё ж здесь так много микрорапторов сегодня, а? Ты какого уровня? 50-го. Ну, в принципе, да не, ну хотя бы 100-го плюс найдем. И будет все окей. Я вижу тебя. А я тебя вижу. А я вас, сударь, вижу. Да не-не-не-не-не-не-не. Куда-куда собрался, эй? Куда-куда-куда-куда-куда, стоямба? Ага, ща. Ой, тихо, я случайно. Вот это я зря сделал. Ой, ща начнется. Ой, ща их накроет, а. Ладно, грызем, заодно прокачаемся. В принципе, мы довольно-таки сильны, чтобы с ним совсем спрятаться. Кто там сзади был? Никто? Мой хвост? Я, собственно, у хвоста испугался, я понял. Ладно, пойдем на ту сторону. Восемьдесят пятый самец, 85-й самец. Вот там кто-то еще выплывает, хвостом машет. Ну-ка. 140-й. Стопы. Держи. Лопай. Ням-ням. Вкусно. Договорились. Вообще идеально. Самочка.
Рад с вами познакомиться. Давай, не будешь уплывать. Куда? Куда, стопэ? Вернись, я все прощу. Смотри, вот еще вкусняха. Или рановато, а? Сейчас никто и другой не прибежит вкусняхи кушать мои. Надеюсь, что нет. Эй, ну пошел вон. Ты посмотри, а? Наглёшь. Сразу сюда навострил, а? Тихо. Приласкать можно было, приласкать. Все, ладно, тогда можно уже, наверное, и кормить с руки. А ты что пришел? Эй, для тебя ничего нет. Иди отсюда. Иди, у меня только для нее. Как раз 140-я самочка просто идеально. Ну, бывает и покрасивее особи, поинтереснее раскрасом, но нам и такая сойдет. Тихо. Приласкать. Хорошо. Больше она нас не атакует, если только не будет спровоцирована. Надеюсь, что ее никто не спровоцирует. Потихонечку ее приручаем. Можно, в принципе, на лаве. Кушай, пока он не видит. Молодец. Все, можно теперь и приласкать, и покормить с руки. Больше раскидывать ничего не нужно. Замечательно, сидим, приручаем. Ты куда пошла? Вернись, эй! Ты куда? Эй, я тебя еще не успел приручить. Ну-ка, стоп. Опа, отлично, все. Принять. Давайте надевать на нее седло. И поехали с тобой, милка моя, домой. Кстати, здесь само по себе седло очень неплохое. Так, лютоволк, за мной. За мной. Поехали. Поехали домой. На что-то с тобой по статистикам 3000, носимый вес 492, урон ближним бою, все дела. Ну, урон у них, кстати, неплохой, но, естественно, нам нужна она для того, чтобы собирать дерево. Ну, все, у нас с вами есть трай для сбора, это самое, как его, соломы. Ну, если вдруг понадобится. У нас с вами есть бобер, ну, также для сбора соломы и дерева, зафиг там трайк, ну, это я так просто. Нам, знаете, кто нужен? Нам с вами бы не помешал терезинозавр для сбора, например, волокна. Вот эта вот зверюшка бы нам бы точно не помешала. И я, в принципе, знаю, где водятся терезинозавры. Вон, смотрите, на той стороне бродит. Я просто побаиваюсь к нему подходить близко, чтобы не сагрить. И я не знаю, дострелю ли я до той стороны мешком. Да, попытаемся. Нет? Нет, вон оно встряло. Может, поближе подойти нужно, а? Давай еще раз так вот повыше так. Уиу! Куда упадет? Вообще непонятно куда. Надо идти забирать, пока не протухло. Да не, вон я вижу, вот раз, вон два. Ладно, погнали поближе. Сколько у меня их? У меня их еще 19, ладно, хватит. Он на нее не реагирует, ребят, не знаю, что происходит. Ну-ка. Что там такое справа? Кто-то лопает мои приманки карбонемис, походу. Эй, друг, а ты лопать будешь? Нет, а? Ну давай. Не, ребят, походу терезинозавр эту приманку не кушает, а? Да, его просто этими приманками, скорее всего, нельзя. Поехали домой, что поделать. И у меня как раз сейчас закончилась солома, и я хотел сделать седло на трайка. Здесь есть седло для трайка как караван, то есть оно на 50% делает все вещи легче, которые у него в инвентаре. И есть для фермерства седло для трайка. Здесь нам не хватает немножечко соломы, но солома у нас, в принципе, имеется. Я просто, ну, блин, я на самом деле хочу сделать и то, и то. Ну ладно, давайте по очереди. Секундочку, кожа. Хоть в каком-нибудь из волков у меня еще кожа имеется или нет? Ну-ка, секунду. Во, 539 кожи, просто идеально, ты моя умничка. Насобирала кожу, я даже не знала, а? Припрятала от меня. Ну вот, наконец-то дождь прекратился, и мы теперь подробно можем рассмотреть это седло. Как видите, действительно выглядит, как будто бы такой караванчик едет, у него поводья есть. О, черт, тихо, караванчик, тихо. Смотри, вот там это что у нас, кристаллы, да? Похоже действительно на кристаллы, то есть там кристаллы везет, какие-то бочки с нефтью, я так понимаю, сундук, тюки. Вообще очень прикольно сделано, плюс анимация передвижения, все это раскачивается, все это очень живенько и хорошо сделано. Седлышко прям мега шикарное, вот эта вся проработочка, она доставляет, ну действительно, прям... Просто доставляет удовольствие, глаз радуется, когда на это смотришь. И сундук там наверху. Но это еще не все, я тут потихонечку продолжаю строить свой домик. С факелами все выглядит лучше. На самом деле прям все. И когда будет вечер, здесь будет довольно-таки так атмосферненько. Вот эту стену я отсюда уберу, мне не нравится, как это дерево выглядит. Я найду какую-нибудь модификацию, которая заменяет на более приличное дерево. Это все будет выглядеть совершенно по-другому, гораздо лучше. Это просто как бы набросок. Ну, собственно говоря, вот такой домик с вами сегодня построили. Большую часть, во всяком случае, из него у нас есть с вами уже закрытый первый этаж. Можно туда убирать нашего самого вкусного волка, вот этого. Ну, эй, что ты? Заходим, друг мой.
Ну и, собственно говоря, продолжать уже будем строить в следующем выпуске. На этом этот выпуск давайте завершать, а также развиваться, приручать новых животных, смотреть на новые системы приручения, потому что это еще не все, что здесь есть. Тут у нас еще много всяких разных вкусных модификаций, которые мы с вами толком не разобрали. Очень много красивых разных седел. На того же трицератопсика есть еще одно седло. Так что увидимся с вами в следующих выпусках. А на этом все. Удачи, друзья, пока.